угадайте страну по песне. Мы поднимаемся в небеса твоими баллистическими ракетами, Господь. Да, российские протестанты-пятидесятники, размахивая триколорами, спели песню про баллистические ракеты Иисуса Христа. Мы берем, Господь, эту взлетную полосу. Мы поднимаемся в небеса твоими баллистическими ракетами. Мы поднимаемся туда твоими, Господь, самолетами сверхзвуковыми. Самолеты, естественно, тоже от Бога, в их интерпретации. Соревнование по Z-патриотизму между конфессиями в России официально открыто. Русская душа, о, просыпайся, о, просыпайся, о, просыпайся, Дева России. РПЦ пора начинать волноваться по поводу статуса самой лояльной религиозной структуры. Эти ребята готовы обойти ее на первом же удачном повороте. Если ты разговариваешь с Богом, это молитва. А если Бог разговаривает с тобой, это шизофрения.